И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, Кэт, Макс и Никита. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Давно у нас не было рубрики «Погоня». Сегодня у нас Балди украл очень классную машину. Вы сами видите, это люксовая модель, немножко арматура торчит. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем погоню. Пацаны, дадите мне немножко фору. Ух ты, тихо, легче. Новые колеса, тихо, тихо, пацаны. Блин, она еле управляется. Ну все, давайте, я заезжаю за угол, и можете уже за мной охотиться. Балди угнал, короче, машину, и я ее должен отогнать вором. Ну не знаю, с этой машины только под прессой, не знаю, магнитофон можно снять. Больше ничего не снимешь. Так, надо будем шкериться, может они меня не найдут? Так, 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 отлично. Они меня не увидели! Ой-ой-ой-ой, блин, увидели! Тихо, легче, легче, мужики. Эта машина эксклюзивная, ей уже 40 тысяч лет. Еще динозавры на ней ездили. Если вам нравится эта рубрика, ставьте лайкосик и не забывайте подписываться на канал. Я буду очень рад, потому что вы меня поддержите. Профессиональный Балди. От Балди еще никто не уходил, только наоборот. Балди от всех уходил. Да какой стоять, лежать. Так, нормальненько, нормальненько. Проезжаем. Смотрите, у них Митсубан, они не могут меня поймать. Потому что я очень опытный водитель. Потому что мне в реальной жизни есть права. Ой-ой-ой, сейчас зажмут. Сейчас зажмут. Ай. Ай, да. Так, нормально. Ух, бочину пробил. Не-не-не, это угол, это угол. Ай, вы че? Что это за говно было только что? А это так можно, что ли? Уже другая машина у него. Отлично. А, это другая полицейская машина с другого региона приехала. Нормально, наваливаем. Тихо, ничего у вас не получится. Ух. На, я буду полицейский сегодня врезаться. Смотри, что делают. Кстати, есть мод на шипы. В следующий раз мы можем мод на шипы скачать. Будут колеса у меня пробитые. Давай, выруливай. Не смогли меня поймать. Ладно, давайте меньше буду петлять по ровной трассе. Пацаны, вы же сказали, что умеете водить машины. Что такое? Погоня за ним. Да вы не можете меня поймать. Не можете. Да давай, машина. Да что сквозь я вас проезжаю? Что она не едет? Она как инвалидка какая-то. Ого, по мне стреляют. РПГшка полетела. Мне, наверное, надо было на 8 человек поставить. Наверное, было бы лучше. Ну, заради качества. Потому что 8 человек можно подлагивать. Так, летим, летим, летим. Скрываемся в гаражах. Смотрите, догоняет меня. Может, мне еще медленнее машины взять, пацаны? Может, трактора украсть, типа? Идеально. Нормально выйдет с тракторком? Ну, давайте хоть попробуйте прижать меня. Хорошо. Ладно. Давайте трактор украду. Балди передумал, и у него есть на уме хорошая идея. Смотрите, что я украл. О, давайте, чтобы была ценность трактора, мы немножечко его сделаем золотым. Сейчас, сейчас, материал. Золотой трактор будет. Ой, не, непрозрачный. Сейчас мы его красанем. А ну-ка, цвет. Сейчас, ребята, все сделаем по высшему разряду. Тюнинг. Тюнинг золотого, золотого трактора. Сейчас. Материал. Нет. Да, нет. Сейчас, сейчас. А вот это. А вот это. О, пойдет. Короче, ребята, хрустальный трактор угнал. Все. Погоню за трактором. Давайте, уже теперь точно Балди не сможет уехать. Ну, аккуратней. Не-не-не, что-то я уже стрёмно с этим трактором. Я чувствую, не убегу. Кстати, вы сквозь него не проезжаете. Там машина какая-то баганая была. Ай-яй-яй-яй-яй! 75% жизни, вы чего? Беспредельщики копы. А я дрифтую на нем. Дрифтунца кручу. Прощайте, ребят. Воу! Вы чё? По мне огонь. Так, отлично. Наваливаем. Что там мы едем? Тарахтим себе тихонечко. Так, сюда. Ух.
Так. Блин, я тут себя не загоню в угол случайно? Нет. Так, сюда. Да легче. Чё там коп застрял? Что за копы? Застреют. Воу. Тихо. Я сюда проеду. Отвали! А где я? Пацаны, ладно, подождите. Ух, это кислота. Какая еще есть медленнее машина? Ну не знаю, медленнее еще нету. А давайте я украл, ладно, пусть будет трактор. Все-таки, может, вы меня поймаете? Давай, тракторец, ты сможешь. Я пацанов подожду, они свои машины физганами. О, как раз тут трасса прямая, пацаны, давайте. Есть у вас шанс меня поймать. Так, едем. Наваливаем. Блин, я что-то жалею, что я сюда приехал уже. Будем на умение брать. Эх, что за умение? Умение проигрывать. Давай. Как так оно работает, что я сквозь вас проезжаю? Блокируйте. Я передумал, пацаны, я назад. Я вспомнил, мне надо хлеба купить. Хорошая, уважительная причина. Так. Смотрите, все-таки, надеюсь, они поймают балди вора, тракторов. Я вам все капоты поцарапал. Прощай. Ух ты. Вот так вот, значит, хорошо. Ну что, ребята, сейчас у нас будут гонки на тракторах. Так хотелось погонять. Пацаны все-таки меня поймали. Пусть немножко не специально убили меня, но поймали. Вы готовы? Да. Раз, два, три. Выиграет сильнейший. Тот, кто первый, ведет гонку. А что-то я первый поехал, потому что я отчитывал время, я знаю этот прикол. Ха-ха, тронуться быстрее, чем вы. Так, главное срезать углы. А что-то с припя... А, это трактор. Объехали, пацаны. Ты чё подр... Смотрите, он сейчас мне еще сделает. На тебе. А, нет! Что? Нет! Блин, так нечестно. Газуй трактор. Блин, плохо, нельзя ехать и стрелять. Я бы его расстрелял бы. Но ничего, сейчас мы его догоним, где-то он ошибется. Надо, знаете, как в гонках? Слипстрим ловить, ветер. Так, все едут. Полицейский, смотри, какой наглый. Едем, догоняем. Он, видно, присбрасывает скорость немножечко, я вижу. Красавчик. Все, нормальненько у нас, все четко. Балди такой странный. Немножечко улыбается. Блин, засмотрелся. Лох. Вот бывает в жизни огорчение. Ох, ты что? Сзади прям шериф. Так, едем. Резкий поворот налево. Ты что, мне хотел подрезать, что ли? Рыбий хвост, по-ментовски называется. Так, давайте я вас подожду, пацаны. Так, догоняй, шериф. Ты можешь. Пацанов подождем. Так, наваливает. Ой, блин, ах ты говно, засмотрелся. Давай, газуй, родной. Едем. Серега, это ты впереди едешь? Да. Ах ты такой человек. Надо его догнать обязательно. Не догонишь нифига. Ага, посмотрим сейчас. Я профессиональный балдист, водитель. Отлично. Надо красиво в повороте. Я почти у финиша. А где финиш? А, это финиш? А, блин, понесло! Я хотел срезать! Вот за что, значит, нельзя срезать. Серега, ну ты выиграл. Так, давайте на других тачках. Раз, два, три. Выиграет сильнейший гонщик. Давайте покажем свой весь скилл. О, это машина поярче будет, да? Что за говно? Что творится? Что за дрифт, пацаны? О, нормально, мне нравится. Теперь я не дам, я не буду даже останавливаться. Буду просто лететь со всей силы. Ладно, подождем пацанов. Давайте, догоняйте. О, нормально летит. Бум. О, вот эта машина нормально, кстати, валит. От первого лица. Вообще четко. Ух. Ух ты, что ты тут чудишь? О, блин, не успел. Давай быстрей. Погнали, пацаны.
Так, здесь налево. Налево, налево, налево. И вперед, газуй! А кто впереди едет? Я. Серега, да как ты это делаешь? Я тебе не дам это место раз. В этот раз я буду первый. Прощайте. Блин, Серега, так не... Так, так, так. Останавливайся, останавливайся. Серега, мы за тобой... Блин, провтыкал поворот. Пока, Димас. Блин, да что я сделал? Хоть второе место. Думать. Второе место. Давай, 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 газую. Давай, Димас. Хоть второе место, не последнее. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.